Владивосток, 21 августа 2023 года, Спасо-Преображенский собор. Малое освящение собора произошло 19 августа этого года. Это центральная дверь, есть еще две боковые. Здесь лавка. Там хор наверху.
кафедральном соборе и всякие вас паки и паки поздравляют с чином малого его освящения и, конечно же, с попраздновством великого психуального всерадостного праздника преображения Господа Бога Спаса нашего Иисуса Христа, который мы продолжаем праздновать внутри нашей души и сердец. И сегодня, в день памяти святого апостола Матфея, мы с вами, братья и сестры, все ликуем о преобразившемся Господе, который своим преображением дал нам и показал нам, как правильно нам надо идти к Богу. И вот свет его преображения, это, братья и сестры, то, к чему стремится каждая христианская душа, для того, чтобы преобразить жизнь и постараться преобразиться уже здесь, на земле, через очищение себя от страстей, от грехов, быть ближе и ближе к Богу, для того, чтобы в вечности всегда присно находиться вместе с победителем ада и смерти, с Господом нашим Иисусом Христом. С праздниками я вас всех поздравляю. Милостью Святого